Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Снова напоминаю вам, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Markets с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы постим и размещаем большое количество аналитического контента вам, друзья, в помощь. Материал полезный. Если не нравится Форекс, можете делать больше акцент на фондовые активы, тем более, что в нашем канале в последнее время по вашему же запросу мы стали добавлять много инвест-идей непосредственно по отдельным компаниям и продолжим это делать и дальше. Ну что ж, я считаю, что эта неделя мы на этой неделе очень неплохо действуем, друзья, потому что все наши прогнозы, которые ранее предполагали рост индекса американской валюты и слабости отдельных рисковых активов, они реализовались. И по некоторым инструментам мы в одном шаге от долгосрочных целей, которые поставили на несколько недель вперед, а рынок уже оказался рядом с этими целевыми ориентирами. Тот же самый индекс американской валюты, американский фондовый рынок, нефть, которая умудрилась вчера превысить $116 за баррель, но немного откатила. И при том росте, который наблюдался вчера, я всерьез, друзья, допускал, что $120 за баррель мы можем увидеть за гораздо более короткий промежуток времени. Ну что ж, давайте к повестке экономического календаря. Сегодня в 9:00 по московскому времени выйдет отчет по ВВП Англии. Сейчас я чуть подробнее остановлюсь на британской валюте, потому что были у вас вопросы, что с фунтом, что сделать, что может дальше произойти с этим активом. В 11:00 заседание ОПЕК, в 15:30 блок на статистике по штатам, личные доходы, личные расходы, первичные заявки на пособие по безработице. И в 15:30, в тот самый момент, когда выйдет статистика США, будет опубликован отчет по темпам экономического роста Канады. Обо всем по порядку. Что касается британской валюты, текущие котировки 1.21.28. Тест поддержки 1.20 – это фактически решенный вопрос. Очень много сейчас негативного фона. Этот фон связан с очень высокой инфляцией. Напоминаю, что в Англии она составляет 9.1%. Это максимальный показатель среди всех развитых стран. И учитывая то, что мы постоянно наблюдаем за тем, как растут основные компоненты инфляции, продовольственные товары, непродовольственные товары, стоимость топлива, тарифы на электроэнергию. Можем легко предположить, что в ближайшем месяце рост индекса потребительских цен в Англии продолжится. И даже сам Банк Англии допускает, что инфляция может превысить 10%. Это серьезный рубеж, друзья, который отделяет инфляцию, скажем так, нормальную, и слово «нормальную» возьмем в кавычку, инфляцию от галопирующей. Это показатели, которые больше свойственны и характерны для развивающихся стран, а не для развитых и устоявшихся экономик. Это дополнительно подчеркивает, насколько серьезна сейчас проблема с индексом потребительских цен, с инфляцией в всех странах мира. Конечно же, Банк Англии тоже пытается решить проблему с инфляцией, повышая процентные ставки. Но он повысил ставку 5 раз, друзья, в этом году, до 1.25. А ситуация не изменилась, инфляция по-прежнему растет. Участники рынка сейчас, на мой взгляд, выставили какой-то заградительный, запредельный уровень ожиданий по тому, насколько она может вырасти дальше, почти на 165 базисных пунктов. Я не разделяю эту точку зрения, потому что считаю, что Банк Англии уже начнет нажимать на тормоз, потому что понимает, что усилия по ужесточению политики не приносят должного эффекта. Инфляция как росла, так и растет. А более того, повышение ставок создает дополнительные трудности для экономики, повышает стоимость заимствования, увеличивает долговое бремя для и без того закредитованного британского населения. Не такого закредитованного, конечно, как канадское, но все-таки здесь тоже есть свои проблемы. Поэтому я не верю в агрессивное повышение процентной ставки, судя по тому, что фунт валится. Участники рынка тоже согласны со мной и не закладываются под агрессивный настрой и жесткую монетарную политику Банка Англии. Второй момент негативный для фунта – это усиление
политической напряженности, учитывая, что кризис, вот как на Блумберге отметили, кризис отношений между ЕС и Великобританией. На данный момент, вот уже третий день подряд, парламент Англии пытается согласовать законопроект, который может отменить ряд торговых условий с Северной Ирландией. И это условия, которые были прописаны в старом добром документе по Brexit. И считается, что если этот законопроект будет принят, то начнется торговая война между Европейским Союзом и Великобританией. Шотландия тоже хочет провести свой референдум, не скоро, правда, в октябре следующего года, но при текущих настроениях есть все шансы отколоться от Великобритании. Это явно негативный момент для фунта, учитывая, что в высшем эшелоне власти, как мы помним, из-за очевидного кризиса недоверия у Бориса Джонсона, я думаю, что фунту будет тяжко в ближайшее время, поэтому поддержка 1.20 легко может пасть. И заметьте, я не коснулся темы доллара, который тоже будет топить рисковые инструменты. Фунт – это традиционно рисковый актив. Индекс американской валюты 104.78, друзья, 105 пунктов прям просится. Тест этого уровня – это наша с вами прям супер заманчивая цель. Мы решительно поставили на то, что индекс до туда доберется, и я думаю, что это произойдет. Сегодня хочу обратить ваше внимание прям с доказательством, что чем хуже будет развиваться ситуация в мировой экономике, тем лучше будет доллару. Вот смотрите, с прошлой пятницы у нас вышел отчет по Мичиганскому индексу потребительского доверия, тогда были минимальные значения, рекордные минимумы. Накануне был опубликован релиз по индексу потребительского доверия Conference Board. 98,7, снижение со 103,2. Это минимум с 2013 года. То есть потребители готовятся к рецессии, ожидают очень серьезные экономические неприятности. Что касается отчета по ВВП, годовые данные по ВВП за первый квартал, снижение серьезнее, чем прогнозировалось. Минус 1,6, друзья, прогноз был минус 1,5. И на всем этом Паул вчера на пресс-конференции в португальской Синтре четко дал понять, что рецессия американской экономики – это не выдумка, друзья, это прям прямой дословный комментарий. Рецессия неизбежна. Но лично американский регулятор хочет оказаться в этой рецессии с низкой инфляцией. Он надеется, что снизит инфляцию за счет повышения процентной ставки, нежели чем оказаться в этой рецессии с инфляцией, которая будет вот на уровне инфляции Англии, в районе галопирующих таких показателей. Это значит, друзья, то, что на фоне ожидаемой рецессии ФРС будет и дальше ужесточать монетарную политику. Но учитывая, что вчера ключевым словом дня была рецессия американской экономики, мировой экономики, понятно, что фондовый рынок США пошел вниз, и он продолжает снижаться, я настоятельно рекомендую вам шортить S&P с целями 3500. А индекс доллара воспрял духом американской валюты и выросла против всех основных активов. Это доказывает, друзья, то, что доллар – это, пожалуй, лучшая инвестиционная сделка на ближайшие месяцы. И даже с учетом того, что мы почти достигли нашей цели в 105 пунктов, этот рост еще не предельный, будут значения еще выше. Доллар-иена прекрасно заработали на этой валютной паре, покупали с уровня 135, вчера был практически 137,7. И даже при том, что сделка почти 200 пунктов профита принесла, друзья, я рекомендую вам все-таки фиксироваться, если вы исходили из краткосрочных соображений. Но я допускаю, что рост может продолжиться и дальше, хотя понимаю, что каждые 100 пунктов дальнейшего восходящего движения могут быть сопряжены с высокой вероятностью отката. Но с этим риском я готов мириться. Европейская валюта в соответствии с нашим прогнозом провалилась ниже уровня 1.05, текущей котировки 1.0452. Следующая цель – 1.0350. Доллар канадец 1.2888. Сегодня выйдет отчет по ВВП Канады. Надеюсь, что статистика потенциально может немного помочь канадскому доллару, но это запасной вариант. Основной сценарий роста канадца – это дорогая нефть. Поэтому по паре ожидания 1.27 около того. А что касается рынка нефти, ждем по-прежнему закрепления Брента выше $115 за баррель и последующий тест отметки $120 за баррель. Помимо ограничения предложения в Эквадоре и Ливии, я касался этой темы в прошлых брифингах, хочу обратить ваше внимание, что в результате определенного формата переговоров на встрече стран Большой Семерки было принято решение, но оно еще официально не задекларировано, что стоит установить
предельный уровень цен для поставляемых из России углеводородов. На мой взгляд, это решение можно назвать исключительно как глупым, по-другому не скажешь. Я очень удивлен, что вообще такой вопрос обсуждался. А глупым оно является по той причине, что большая часть экспортных поставок уже не приходится из-за прошлых финансово-экономических санкций на страны G7. Основной экспорт идет в Индию и страны Азии, которым наплевать на вот эти решения, которые принимаются в формате G7. Плюс ко всему, если все-таки это решение будет официально принято, разумеется, Россия никогда не будет поставлять углеводороды себе в убыток в эти страны. И попросту в формате и в качестве ответной реакции остановит поставки и перенаправит весь высвободившийся объем опять в страны Азии и Индии. Кто от этого пострадает? Страны большой семерки, которые и без того сейчас в условиях жесточайшего дефицита предложения, и если этот дефицит еще усилится, то цены на нефть вырастут до 130-140-150 долларов за баррель легко. Такие прогнозы есть. Если делается расчет на то, что эти поставки, которые выпадают за счет сокращения экспорта из России, будут замещены Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, то этот расчет в корне неверен, потому что эти страны буквально в преддверии заседания ОПЕК ясно дали понять, что не обладают достаточным количеством свободных производственных мощностей, чтобы покрыть дефицит на мировом рынке нефти и заместить поставки из России. Собственно, дословный комментарий Саудовской Аравии, на который возлагали самые большие надежды, что в лучшем случае этот регион может увеличить производство еще на 150 тысяч. Но 150 тысяч баррелей, друзья, это просто капля в море, которая не решит проблему. Поэтому я остаюсь со своей идеей того, что рынок в исключительном дефиците предложения, и на этом цены будут расти и дальше. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.